И еще одна новость для предпринимателей. Минэкономразвития Чувашии объявил о приеме документов на предоставление субсидий, которые помогут возместить часть затрат при участии в региональных, межрегиональных и международных выставках и конгрессах. Подать документы на получение поддержки могут представители малого и среднего бизнеса. Субсидии заявителям предоставляются по результатам конкурсного отбора. Власти республики готовы возместить часть затрат на участие в региональных, межрегиональных, международных выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессионных мероприятиях в предыдущем и текущем году. Затраты на проезд к месту проведения мероприятий и обратно, наем жилых помещений и питание не субсидируются. Документы принимаются до 2 августа во всех МФЦ республики. Более подробную информацию можно узнать на сайте Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашии.